Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть The Banner Saga. Текс, я, честно говоря, подзабыл, что я тут делал. Давайте я проверю на всякий случай героев. Вот. Все ли у меня... Ага, ранен 3 дня, ранен 3 дня. А, мы, по-моему, это самое, мы, по-моему, войну выиграли, да? Прошлый раз. 8 из 9. Никого тут прокачать. 13 из 14. Блин, да тут по одному. 12 из 14. 1 из 2. 3 из 5. 2 из 5. Нет, прокачанные у меня все на максимум. Слушайте, ну давайте денечек хотя бы отдохнем, да? И я думаю, можно дальше идти. Banner Saga. Отличное настроение, все супер. Ну, конечно, мы успешно подрались. Вот, так что здорово. Поскольку прошло всего полдня с момента выхода из деревни, вы обедаете на ходу. Подходит Варл. У нас недавно был разговор, говорит Грис. Вы вспоминаете, что он говорил, что не желает подчиняться вам. Ты поступил правильно. Позволь мне вступить в твою охрану и сражаться за тебя. Гордость отражается в его позе и искренность в его глазах. Ты хочешь защищать меня? А давайте вот это жестко. У тебя есть одна попытка. Отправить его к моргу? Я же не отсиживаюсь в тылу. Оплошаешь и можешь лишить с головы. Никто плакать не будет. Он кивает и отправляется к моргу. Так, подождите, это у меня новый герой появился теперь или как? А ну-ка, Heroes. Что за Варл? Да, вот, Грис пришел. Давайте мы заменим... А сколько у Эрика? 9-11, 9-11, 3 из 3. Урса вообще стрёмная. Давайте мы Урсу заменим. Мне она, честно говоря... Мне, короче, по нраву ближний бой больше в этой игре. Вот, Берси, Грис, Силач, 12-15. Нормально такая, тяжелая пехота, хорошо. Так, окей, замечательно. Еще Варла получили себе в этот... В... Как бы, ну... В напарнике. Вы достаточно близко, слышно, как драги копошатся внутри построек. Выманим их из домов, предлагает Могер. Драги просто обожают засаду. У нас будет преимущество в чистом поле. В атаку, ёпты, конечно! Вы отправляете своих щиторубов вперед, чтобы привлечь внимание врага. Вскоре драги собираются в толпу, очевидно, готовясь к бою. Их как минимум 473, у нас 180 бойцов и 451 варл. Так, ну нормально, сейчас это самое. В атаку, ёпты. Броситься в бой, в самое пекло. В самое пекло тащим. Так, сейчас главное не зафейлить. Блин, жалко, конечно, что у меня вот эти ранитые. Минус 1 силы в бою. Ну ничего, одна сила это такое, знаете, небольшая потеря. Невелика потеря, как говорится, да? Так, ну я думаю, лоб в лоб сходиться смысла нет. Поэтому мы как-нибудь вот так выстроимся. Их будем так чисто. И их будем чисто поэтому. Так, кто потом ходит? А, потом вот тот задний ходит. Ну вообще хорошо. Давай, сюда пошел. И этого заатачил. Не надо, усилитель просто фигачишь. Этот никуда не доходит. Отлично, так кто потом ходит? Потом вот этот будет ходить. А если мы его убьем, то будет ходить вот этот. Отлично, этот никуда не подойдет, так что надо сейчас добить вот этого. Все понятно. 5-4, да, отлично. На 5 мы его убиваем.
повышение, замечательно. Этот никуда не доходит. Так, теперь кто будет ходить? Ай, будет ходить вот этот, это плохо. 12-18, он дойдет. Блин, 18 урона это много. На самом-то деле, да. Ладно, я пока подведу просто своего бойца. 4 удара у моего основного. Так, ну этот тоже никуда пока не дойдет. Ты давай тоже сюда выходи пока мест. Так, этот сделал раскол брони. Мелкий, мелкий, подвигайся сюда. А, ты ж можешь воодушевить кого-нибудь. 5-6. Да у всех пока полное это воодушевление. Ну ладно, воодушеви. Вот этот. Кто дальше будет ходить? Дальше будет ходить вот этот, и он без брони. Соответственно, мне надо к нему подойти и его шпиндерехнуть со всей силы. 7-9, да? Давай. Красава. О, он пошел вызывать, зараза, подкрепление. Ненавижу, когда они так делают. Так, а у тебя что есть за эти? Копье боли. Не, ну копье... А сколько копье боли дамажит? Урон цели плюс 1, плюс 2 к навыку зуб за зуб. Пять по броне, так, отлично. Броньку сняли. Так, а ну-ка, у тебя, по-моему, был вихрь, да? А, нет, у тебя раскалывающий удар был. А кто потом ходит? Потом ходит вот этот, да, тип? Атаковать, так. Давай на 4 его сноси. Нормально, сняли. Отлично, он по броне стукнул. Так. Ты, наверное, выдвигайся, чувак, сюда. Блин, пока ничего не делай. Так, кто следующий будет ходить? А, вот этот призыватель, зараза. Ну, он призвал так или иначе. Так, ладно, подойдем сюда тогда сейчас. Давай, на 5 дымажим, дымажим. Чувак призвал чувака. Так, кто потом будет ходить? Ага, потом будет ходить этот нижний. Потом тоже нижний. Ну, нормально. В принципе, я просто так смотрел, чтобы этот... Безопасно ли вот этому чувачку сюда подойти? Блин, ну я не буду тратить... Давай, единичку, нормально. Этот все равно сейчас ничего не сделает. Так, кто сейчас будет ходить? Вот этот, 12-18, да? Так, мы можем ему нанести 2 урона. Давайте усилим. 7-2, отлично. Ой, 9, как сильно-то он. А чё ж он так сильно-то рубанул? Так, кто потом будет ходить? Потом будет ходить вот этот. Не, ну он отражение будет. Давай броню сюда. Зараза, добил моего чувака. Так, ладно, ты иди сюда. Ты, толку от тебя никакого. Не, неправильно я их выставил. Так, кто потом будет ходить? А, вот этот 7-1, да? Ну, это ерунда. 7-1 он ничего. Так, давай добивай. Красавчик. 7-1 он ничего. Он по броне стукнул. Отлично. Так, кто сейчас ходит? 7-7. 2. Так, а кто потом будет ходить? Ага, вот тот дальний. Вот дальний. Ну, мы до него все равно не доберемся. Так. Давай тогда, наверное, ты вот сюда становись. И атакуй вот этого. На, он на 5. Отлично. Чтобы ему 2... Блин, на 4 стукнул, это плохо.
Давай ураганом. А, я не могу усилить, да? Ну ладно. Одного убил, отлично. Ай, девятка, вот это плохо он рубанул. Так, кто потом будет ходить? Вот эта двойка. А если я убью, то будет ходить вот этот. Ну ладно, в любом случае двойку надо убивать. Так, потом будет ходить этот пятнарик, да? Ну, подходи сюда. Блин, ну хотя бы на два сними. И то дело. Конечно, на 4. Да хорош, а? Так, ладно, сейчас будет ходить здоровый, да? Да, сейчас будет ходить здоровый. Так, а ты сколько? Один пробиваешь? У тебя ж там эти, да? Ну давай, 80%, только, пожалуйста, ударь, красавчик. Чтобы он... Так, он пошел вызывать этого своего чувака, еще одного. Нет, нельзя. Еще один нас побьет. Блин, зараза. И... А он, наверное, вызовет. Мы, наверное, не убьем, ребят. Один, а сколько у тебя? Да, мы не убьем, он скотина вызовет. Зараза, а? Так, а кто потом будет ходить? Будет ходить вот тот. А сейчас ходит мой, да? Этот пусть пока идет. Так, сколько тут у тебя? 6. Сколько ты можешь долбануть? Ты можешь долбануть, в принципе. А кто потом ходит? Потом как раз вот этот ходит, да? Да, душечку долби. Нормально. Второй, да? Давай, долби. Как бы так. Потом кто ходит? Вот этот чебур. Так, то есть тебя лучше увести, да, сюда куда-нибудь из-под удара, чтобы чебур не достал. Отлично. Так, кто сейчас будет ходить? Вот этот мелкий чебур, да? Давай тебя подведем. Так, а за мелким будет ходить... Слушайте, у мелкого 2 хп, давайте я лучше по вот этому. Просто этот с двумя он вряд ли пробьет, ну, там одну броньку, ерунда. Вот, мы его и... Этот с одной тоже ничего не сделает. Соответственно, мы вот так подойдем и его сейчас тут добьем. Вот, а теперь сейчас этот сходит. Блин, ну, конечно, не есть. Хорошо он сходил. Вот зараза, ну вот обязательно вот так вот расстановка, конечно, да. Броню снимай, главное. Атаковать 5. Давай сразу там 6-7. Давай на 7 его фигач. О, красава. Ну, ты подходи сюда. Ну, с 3 атаками он уже не такой, ну, не так опасен. Ну, броню это ерунда. Все, подходим, добиваем. Ну, или, ну да, добиваем, все. Так, все, повышение. Вы улучшаете минутки, чтобы враг отступает по всей линии фронта. Убить несколько отступающих. Давайте добьем. Вы атакуете всех драгов, которые смеют противостоять вам. Это сколько? Вот это вот... 9, 6, 10, 15. Блин, а может и не стоило на самом деле. 3 драга. И главное, потом вот этот ходит, говна кусок.
Так, ладно, отдых давайте, пусть он подойдет сам. Да вы издеваетесь? Такой порядок действий, блин. Конец хода, тупизень тоже мне. Кто ходит? Мелкий, мелкий, иди сюда. Атаковать. Броню... А, ну ты хотя бы единичку можешь. Нормально. Вот же зараза. Четыре, давай броню снимай. Этого говнюка. Эй, шесть, убил. Не, не убил. Давай, два. Хотя бы так. Да этот у меня вообще, чувак, в ауте все время где-то лазит. Ну, нормально, откинул. Так, ты давай заходи сюда. Атаковать. А чё у тебя только 80%? Ты чё, броню не мой? А. Ну, ладно. Два, нормально, живем, живем. Давай, снимай броню немножко, если не осталось. А ты давай сюда вниз отходи. Атаковать. О, 5, давай, 6. Нормально. О, ты подошел к этому. Атаковать. Ну давай хоть броньку хоть чуть-чуть снимем. Так, этот пошел вызывать, нельзя ему дать вызвать. Я этого и боялся. Так, а сколько? 5 ты убьешь, чувак? Ты только один убьешь? Ну ладно, и то дело. Может, ты убьешь? О! Есть, нафиг! Давай броню с этого снимать. Ай! Так, ну тут без брони, кстати. А у тебя что, одна жизнь? Ну подходи, может быть, он на тебя позарится. Да. Как раз ты... 6. Так, давай, подходи сюда. Атаковать вот этого. Дай броньку снимай. Восемь, три. А сколько ты пробьешь? Что ж ты так слабо-то? А по вот этому? Ой, вообще трешак. Не, ребят, походу мы сейчас проиграем эту битву. О, отражение, отлично. Слушайте, а может и не проиграем, кстати. А ну-ка. Атаковать, трешку снимай, чтобы у них по 7 было. Потому что у нас броня... Эх, зараза, пробил. Отражение, отлично, так. Два сейчас кто будет ходить? А, ну они вдвоем ходят, да? Отражение супер. Эх, один снял. Два. А вот тут можно три снять. Снимаем там, где больше атаки. Отражение отлично. Отражение супер. Снимаем. Так. Этот уже отражение. Есть! Броня зарешала, ребята. Нафиг этого. Отражение и... На тебе, зараза. На тебе, зараза. Слушайте, эпичный файт мы, конечно, затащили. На тебе, зараза. И на тебе, зараза. Супер! Мы победили!
Фух, потеряно людей, бойцов, варлов, ерунда. Шикарно, мы победили. Так, сейчас мне надо в этот, в лагерь, срочно. Вся земля вокруг завалена трупами, словно сам снег стал черно-красным. Вы идете между группками выживших, посчитывая своих воинов. Так, ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.